думаете, что на этом заканчивается скороходы? Ничего подобного. Сейчас мы немножечко будем отдыхать, а я буду объяснять.
Петровка Домини. Имя Петровка и Кирова. Еще раз, Будёновка. Петровка Кировка. Очень что-то неплохо слышу. Давайте сейчас определим победителя. Полина. Парни напротив. Парни, мужчины, мальчики напротив девочек. Девочки в одну линию. На одну линию. Все. Вы будете запускать веночки на воду вместе с деревом желаний. Кто еще не повязал ленточку, девочки? Девушки, берите ленты, пожалуйста, любого цвета, повязывайте вместе с желанием на дерево. Дорогие девушки и девочки, у вас есть 15 минут, чтобы подойти к столикам и повязать. Вас научат, как правильно вязать венки, какие правильно травы туда вплетать. И буквально без 15:07. Мы начнем это красивое действие на воде. Я жду вас на этой площадке через 15 минут. Но... Сегодня весь вечер с нами работает народ. На сайте ВКонтакте, в Одноклассниках есть их группа. Вы можете зайти туда и увидеть свои счастливые лица. Все, что происходило сегодня.